Так. Угу. Ну, кусочек надо разобрать. Да. Вот так. Все, добро пожаловать. Орнаменты, графики, необычные фотографии, макеты величественных сооружений, картины и скульптуры можно увидеть на выставке «Единение в творчестве». Здесь представлены работы талантливых студентов дизайна и архитектуры карагандинских вузов, таких как Касым Арай. В будущем девушка станет учителем рисования и черчения, а пока не пропускает ни одной подобной выставки. Этот гобелен Арай сделала из войлока. Девушка считает, что сегодня этот материал не популярен в быту, поэтому картину выполнила в современном стиле, изобразив на ней танцующих девушек. Также Арай привезла скульптуру из пластилина в виде кобыза. Этим она проявляет любовь к родине и народу. Моя работа называется «Коркут Кобыза». Я сделала ее, потому что я как казашка и хочу, чтобы имена наших талантливых предков навсегда остались в нашей памяти. Студенты Центрально-Казахстанской академии привезли на выставку свои дипломные работы. Виктория спроектировала «Лотос Азии» – комплекс для детей-инвалидов. Девушка считает, что им уделяется слишком мало внимания. Комплекс будет включать бассейн, зал для развития и контактный зоопарк. Виктория планирует представить свою работу на Экспо-2017 и надеется, что проект реализуют. Работа связана с нашим городом, с городом Темиртау. В частности, это будет зона отдыха «Восток-1», на котором в последующем рассчитан этот проект. Разноплановостью макетов организаторы хотят показать ступенчатость образования с первых курсовых до дипломных работ. Все, что представлено сегодня на выставке, отбиралось 4 года с момента первого выпуска по этой специальности. Главная цель экспозиции – привлечь будущих студентов к профессии. Выставка такая проходит впервые. Это, в общем-то, мы начинаем с чистого листа, вот, и хотим продолжить нашу выставку возить по нашему региону, по нашим малым и большим городам: Сарань, Абай, Балхаш. В общем-то, у нас такие планы. Большая часть представленных работ выполнена темиртаусцами. Удивиться талантом наших студентов можно в историко-культурном центре первого президента до 15 февраля. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, новости Темиртау.